бегом, 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 бегом. Заехали в отель, в котором Лёша позабыл свой iPad, когда был здесь месяц тому назад. Это какая-то жесть. Мы уже 2, наверное, или 3 часа кружляем по этому Бангкоку. Тут ужасное вообще движение на дороге. Никто никаких правил не соблюдает, все друг друга подрезают. Мы блуждаем, нас этот навигатор вообще непонятно куда ведет. Непривычно нашему водителю ездить по левой стороне на праворульной машине. В общем, такой-то кошмар. Мы еще все уставшие, не выспавшиеся. Мы думали с утреца быстренько поедем где-то уже гулять, а там к обеду до отеля доберемся. Вот мы еще никуда не гуляли, только-только доехали до отеля, уже обед где-то. Голодные, уставшие, сонные. И вообще первое впечатление о городе — ужас какой-то, просто кошмар. Какая-то баба сидит с животом. Это мужик? Капец. Да, смотри, сидит мужик. Выходной день, сейчас свободные дороги. Оказалось, что у нашей гостиницы нет своей парковки, и вообще в округе нет ни одной парковки, все улицы ближайшие забиты полностью, мы продолжаем кружиться и абсолютно без понятия, где можно оставить машину. В общем, полная жесть. Наконец-то мы оставили вещи в отеле, сели в кафешке покушать, и первым делом суп том-ям. Я планирую есть этот суп каждый день. Посмотрим, хватит ли меня. Я его еще не пробовал. Я просто уверен, что он мне понравится. Я просто много о нем читал. Выглядит он красиво, а на вкус я еще не знаю. Как на вкус? Воды не хватает. Остроты не хватает. Ничего себе. Моя первая ложка том-яма. Слушай, реально класс. Такой вкусный, вообще насыщенный, такой и сладкий, и острый, и кислый. Реально очень вкусно. Но остро, конечно. Мне остро. Я просто остро не люблю. Идет прям в горло. Сводит. Кокосовый супчик. Пахнет кокосом. Аминь. Да, еду у тебя с кокосовым? Да. Да, он слегка сладенький, он не очень острый. Вот все, что осталось от супа. И жжение в моем рту. Я думаю, оно там надолго. Вышли немного погулять по вечернему Гонконгу. Валимся с ног, просто духота такая. Купили вот какие-то местные энергетики, не знаю, съедобные ли эти бутылочки, сейчас попробуем. Почему-то размеры все вот такие вот миссипусенькие, нету энергетиков 0,5, например. Вообще, конечно, место, в котором находится наш отель, какой-то мрак просто. Кот Андрея мотивуйте. Я тут рі, одиловий тесу, годиновий тренинг, фикерин сотвах там декс. Едеме крили, нафига техния. Каждый ми říká, že mu můžu dávat. Мы меняем бабосики. Даже в такое позднее время можно найти рабочий пункт обмена. Это радует. Потому что мы увидели здесь прикольные кеды за дешевые деньги. Ну и много чего тут всякого по дороге можно накупить. Не город, а базар какой-то. Свежие ананасы за сколько? 20 бат. Это 5 гривен. Да, это 5 гривен. 5 гривен за вот такой вот пакетик свежайшего ананасика во льду. Вкусно? Внизу холодное, а сверху не такие тепленькие. Собаке настолько жарко, что она просто лежит на льду. Прикольно. Так я бы тоже сейчас полежал бы, я ее понимаю. Еще смеется. Да капец, конечно. Вот ты мне говоришь, миленькое местечко. Каждый мне скажет, что ему мужу дава вечи пески. На то прийде, лита мега дрпорингу. То
když narazím na spejba při tvrdým sparing. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v klinči dát pořádnou dávku kolenou. Pak asi se mnou hází ze strany na stranu. Má tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Vydává se míra štapla rychle jako ples. Zubu ševrňaty mám fakt veliký respekt. Je spousta super lidí, s kterýma se vystřídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s Másou. Zábavný vypínání na spoti s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umím. Neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, skoro připravený, sedíme v backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tejpy. A je tu nástupovka, dělám jí pohnou. 9x10 udělá stylou show. Teď přichází na řadu tanec vajkru. Cívám svýho tajemu. Já tam tolko što tam Magoči viděl. Taká žest. Джинсы по 200. 50 гривен. А я дурак за 500 купил. Сайту сакра скончи, то první коло. Уж лежим на земле, рогочи не почита. Ты вообще понимаешь, куда мы идем? Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasný. Если вы посмотрели это видео и вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки и комментарии, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал, впереди много чего интересного. Спасибо за внимание. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout. Chci prostě vyhrát radši KO nežli na body. Proto tě vypínám po zádi týpem do huby. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai.